Сегодня утром в Чебоксарах произошла авария по вине пьяного водителя. В самый час пик в юго-западном районе столицы столкнулись маршрутка и ВАЗ-2109. Очевидцы утверждают, что «девятка» вылетела на встречную полосу и на полном ходу влетела в микроавтобус. К счастью, в этом ДТП пострадавших не было. Но понервничать пришлось и водителю маршрутки, и пассажирам. То ли с перепуга, то ли по какой другой причине, владелец «девятки» стал рассказывать, что в момент аварии за рулем был не он, а некая девушка Лена. «Я поехал с ребятами гулять. Я позвонил подвезти. Лена, говорю, забери меня, включи тама. Она заводит машину, приезжай за мной». «А вы в каком клубе были?» «В тройке». «Приезжает за мной, и мы едем обратно, и все. И вот на этом повороте, как он там, и промежуток получается». Водитель маршрутки и многочисленные очевидцы утверждают, что за рулем был молодой человек. По данным ГИБДД, владелец «девятки» давно лишен прав управления и от мета свидетельствования отказался.